Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы вновь играем в эту философскую игру. Вы будете нажимать кнопка. Именно так перевел наш переводчик. Только сегодня я буду рассуждать не один. У меня в гостях Леха. Всем привет. И сегодня мы будем вместе рассуждать над вопросами, которые нам предлагает игра. И первый вопрос, точнее предложение: станьте гением с большими деньгами, но только люди вашего пола находят вас привлекательными. Ну, тут, наверное, ответ очевиден. Смотря в каком смысле привлекательный. Но если... если просто восхищаются, то есть никакому гомосексуализме речь не идет. И если вы старикан, которому женщины уже, наверное, не интересны, то, может быть, и можно нажать. Но в нашем случае нет. 50 на 50, смотри-ка. В чем проблема? Ну, проблема, наверное, в том, что это сайт не российский, да? Дело не в том, что мы биготы, вы идиоты. Дело в том, что большинство из нас гетеросексуалы, как и противоположный пол, вы чувствуете. Следующее. Вы можете быть с человеком своей мечты, но сначала вы должны выжить 5 лет на острове самостоятельно. Ну, на каком острове? Необитаемом, что ли? В одиночку или как? Да, какой-то конкретики нет. Да, ну, переводчик. Ну-ка, что пишешь? Меня зовут Оливер Квин. В течение 5 лет я застрял на острове только с одной целью – выжить. Теперь я выполню предсмертное желание моего отца, использовать список имен, которые он оставил мне, и уничтожить тех, кто отравляет мой город. Для этого я должен стать кем-то другим, Япония тоже является островом, написано. А. Технически. Да, тут же не написано, какой это именно остров. Но, наверное, мы и так обойдемся. Ну, а большая часть все-таки нажали, да. Я бы нажал, да, тоже думаю. Ну, ладно, давай. Но я 5 лет, это слишком долго. Ну, дальше. Пойду. Вы можете встретить любую известную знаменитость, которая в настоящее время жива, включая актеров, музыкантов и даже вымышленных персонажей. А у меня есть таковые, если что. После встречи с этим человеком они заражаются смертельным заболеванием, которое заставит его умереть в течение месяца. Нет. То есть тот самый, который... Ну, кого то есть, мы допустим, встретим? Я встречу Дуа Липу, и она умрет, что ли? Типа? Да, но тут еще написано вымышленных персонажей. Но тем не менее... Ну, наверное, не. Не, это как-то не по-человечески, я бы сказал, будет. Вымышленных персонажей, вот разве что... Много они... сумасшедших фанатов. Но тем не менее... Вот вымышленных персонажей, ну вот, будет умирать в течение месяца, а он будет... Адьос, Бибер. Бибер. Джастин Бибер. А. То есть можно... А, ну да. Ладно. Школа отменена навсегда, но вам не разрешается спать более 8 часов в день. Ну, не знаю. Норм. Ну, в принципе, я не возражаю, в принципе. Ну, в принципе, да, ну а что? Ну, в школе нет ничего плохого. Правда, все люди тогда будут тупыми. Я не буду. Но как по мне, большая часть нажмет кнопку «Да». Давайте проверим, так это или нет. Нет. Ну, чуть-чуть больше, но тем не менее, я думал, будет еще больше. Так, ладно, что у нас дальше? Продолжительность жизни удвоилась с возрастом не менее 60 лет молодости. Но вы будете наступать на кубик Лего через случайные промежутки времени, по крайней мере, 4 раза в день. И будет нога болеть, да? Ты никогда не наступал? А я не помню. Ну, это достаточно больно. Ну, короче, тогда не надо. Нам и так молодости хватает. А, носить обувь? Ну, ладно. Самый популярный комментарий всегда вверху. Во всем мире царит мир, никакой войны, преступности, голода, даже болезни. Вот бы нам. Итак.
Но вы должны умереть, чтобы это произошло. Вот мы с Лехой, кстати, рассуждали на эту тему. Готов ли ты там пожертвовать ради этого? Но с другой стороны, но вот такой вопрос: а где гарантия, что после этого не будет? Давайте посмотрим, что комментарий пишет. О, Windows XP я люблю. Старости. Старости. А, в старости, ну, в старости может быть. К черту вас, ребята, я не умираю за вас. Если больше нет смертоносных вещей, то как я умру рано? Ну, я бы нажал нет. Я тоже. Как-то мы к этому не готовы. А кто-то да. Видишь, Да. сейчас. Вот они, герои. А мы фашисты. Не надо. Не, ну а что ты же там сказал нет? Так, ладно. У вас есть возможность контролировать время, перемотка назад, пропуск вперед, замораживание и так далее. Да мы просто боги в таком случае. Но вы будете стареть на 55% быстрее, чем все вокруг вас. Блин, это считай половина жизни. Ну не Но знаю. не, Это но... так-то крутая способность. Крутая способность, но нужна ли она нам? Да. Нужна ли она миру? Это считай до 35 лет прожить всего. Да. Так что, наверное, нет. Ну, это прикольно, но нафиг она нужна? Изменить мой возраст с помощью контроля времени. Здесь такого не написано. Мы Да. можем. Так что тут Вот 45 есть задов только нажали, да. пропуск вперед, перемотка назад, и смысл. У вас есть богоподобные силы. Ну вот, что-то в прошлый раз тоже богоподобные силы считали, блин. Но человек, которого вы любите больше всего, умирает, и вы не можете вернуть его обратно. Я жестокий бог. То же самое, я даже не колебался, нажав на кнопку. Ну нет. Больше всего на Ну ты свете, которого я прикинь. люблю. Не, ну ты прикинь, это какая сила у тебя. Да, Вот. тут зависит от человека. Подойдет, наверное, только тому, у которого нет такого человека. А я не согласен. Вы становитесь самым талантливым музыкантом в мире на любом инструменте. Но вы не можете заработать деньги на своем таланте. Ну, хоть прославиться, хоть можно же. Я Но бы. тут как бы ничего плохого, Ну да, тут просто. можно и другими делами заниматься, ничего же не запрещается, значит, да. Ну да. Я бы играл для благотворительных организаций по всему миру. С деньгами, которые вы не заработали. Ладно, короче. Ой! Я хотел нажать да, случайно нажал нет. Ну, короче, давайте представьте, короче, что я нажал да. Вот и все. Представьте, что я нажал да. Я хотел нажать на да. Вы можете телепортироваться куда угодно один раз в час. Но если вы попытаетесь телепортироваться снова в течение часа, вы вращаете рулон смерти, 50 вероятности смерти, процент вероятности смерти. Но Ну, как бы, наверное, да, но все. это полезно только надо запомнить. Не пробовать телепортироваться в течение часа. Но я надеюсь, что это нельзя сделать случайно хотя бы. Ну, тогда да. Тогда да. О, ни хрена! Вот это. Достаточно просто подождать час, чтобы сделать это снова. Оно того стоит. Да. Выиграть 1 миллион евро каждую неделю. Но 40% шансов быть ограбленным каждый день. Но, блин, я не со... Каждый день не надо меня грабить. Я не согласен. А вдруг придут еще и пристрелят меня. Да, так что Так нет. что нет. Теперь давайте посчитаем оружие детей. 5, 10, 15, 20. Хорошо, теперь посчитайте людей в доме, которые знают, как им пользоваться. 1, 2, 3, 7. А большая часть нас сказали да. Вы будете неуязвимы для боли, включая кулаки, ножи, пули и т.д. Но вы будете неуязвимы для удовольствия. Это как? Для какого удовольствия? Что имеется в виду тут? Так, не только нет, но черт возьми, боль имеет свою полезность. По сути, это способ вашего тела сказать вам, что вы перестали делать. Ну Ну, да, то есть не получается, больно. но здесь не написано, что это, что мы не, что от этого мы как бы не умираем и все такое. Вдруг пули все-таки напихали столько, и я сдохну, поэтому нет.
переходить. Правильно мы сделали, собственно говоря. Вы можете посмотреть любой фильм за месяц до его выхода в высоком качестве. Но после одного просмотра необходимо смотреть его раз в день в течение месяца. Нет. Да я задолбаюсь, вы чё? Нет. Максимадзе даже просто какие-то фильмы посмотреть не может. А тут, блин, каждый день один и тот же. Жесть. Ну, с некоторыми мультфильмами я, конечно, могу так сделать. Но вот если... Ну вот всё-таки... Это далеко не с любым. Давайте лучше все-таки да, не будем. Да, смысл? Лучше месяц подожди. Да. Вы можете... Смотри, сколько проголосовали за «да». Да, 42% всего. Нет, нормально почти. Мое новое имя – Спойлерман. Да. Вы будете красивой и смешной. Ну, или красивым и смешным, может быть. Но никто не может видеть... или слышать ваше присутствие. На какой смысл тогда в этом? Да. На самого себя только смотреть? Конечно, нет. 21% сказали да. Как я могу быть смешным, если меня никто не видит и не слышит? У вас есть любовь всей вашей жизни, но вы больше никогда не увидите свою семью. Это тоже спорно, тоже от человека зависит. Но... С другой стороны, любовь это насколько навсегда или не навсегда? Ну, написано всей вашей жизни, скорее всего, имеется в виду навсегда. Ну, как-то я даже не знаю. Лучше, я считаю, что лучше самим любовь найти, но неохота лишаться возможности увидеть всю семью, поэтому нет. Ну, это хорошо для Бэтмена. Сколько? 11 минут прошло. Вы лечите старение для всего мира. Все люди могут жить вечно и не умирать от старости. Но все болезни, которые были искоренены, должны вернуться. Оспа, полиомиелит, черная смерть. Нет. Да, но... А что тут в комментариях? Зачем жить вечно? Вылечить старение. Да, ну вы лечите старение для всего мира. Да нет, нет. А, ну тут умирать, тут написано не умереть от старости, а умереть от болезни тут не написано. Поэтому давайте все-таки нет, а вдруг они от болезни могут умереть. Вы сможете остановить время на 30 минут в любое время в жизни один раз. Но у вас однажды активированное на всю оставшуюся жизнь, у вас вечное невезение. Ну, то есть мы один раз на 30 минут остановим время, и после этого нам всю оставшуюся жизнь будет постоянно не вести. А нахрена это надо? И нахрена вообще на 30 минут время останавливать? Что тут нам пишут? Что первая часть имеет смысл, но вторая не имеет абсолютно никакого смысла. В чем смысл недостатка? Короче, нет, это какой-то странный тоже вопрос. Тупой, непонятный. Вы сможете получить любую одежду, которая вам нравится, но они всегда будут на один размер меньше одежды. Да нет, зачем? Это ж неудобно. Она либо порвется, либо нам будет очень неудобно. Лучше уж на один размер больше. Нам и так одежды хватает. Похоже. Да. Вы можете иметь Wi-Fi навсегда и где угодно, но ваш блок не будет работать. Нет. А у нас йота есть, она где угодно у нас есть. Ну, за исключением тех мест, где нету сети. Нам этого хватает, поэтому не надо. А, нет, большую часть сказали, да, смотри-ка. Шутки над тобой, у меня нет блога. Ну, для тех, у кого нет блога, для тех подойдет. А для нас, для блогеров, это точно не подойдет. Вы получаете возможность убивать любого своим умом. Но все обвиняют вас в каждой необъяснимой смерти. То есть даже если кто-то умрет не от меня, будут обвинять в этом меня. Ну, да, ну нахер. Потому что будет. Нет, конечно. Затем убейте тех, кто обвиняет вас в лоле. И тогда это. Тогда все человечество вымрет. Вы можете читать мысли каждого, но каждый может прочитать вас. Mm-hmm. Блин, ну вот такой вопрос у нас несколько раз уже был. А почему Дзен открылся, кстати, погодите. Сейчас заметил. Mm-hmm. А что тут? Тогда я подумаю о черном цвете.
Это даже отдаленно не расизм. Ну, я не совсем понял, что комментарий. В общем, нет. Любой человек, которого вы хотите, влюбится в вас, но он сойдет с ума. Ну, в каком, смотря в каком смысле сойти с ума. Они должны бы сойти с ума, чтобы влюбиться в меня. Хороший вопрос. Но тут реально зависит от того, в каком смысле сойти с ума. Сойти с ума так, чтобы разрушать все вокруг, чтобы под руку попадется, или А как? нет, просто типа, Или как в психиатрической больнице. она сойдет с ума и будет привязана ко мне Ну или все время. Так. донорит. Ну, короче, давайте нет, я не знаю, потому что это слишком странно. Я не знаю, что выбирать. Вы король поп... А, нет, стоп. Король поп-музыки возвращается к жизни. Я так понимаю, это Майкл Джексон. Но вам не разрешается слушать Рустем его музыку. Хаят. Да, Рустем Велиулаев одобряет. Это один из самых преданных подписчиков нашего канала. Ну, собственно говоря, я, в принципе, не согласен. Музыка у него хорошая. Но можно прожить и без нее. Да, можно. Я, конечно, не сказать, что фанат, но я слушал музыку. Музыка хорошая вполне. Ну, пусть будет, да. Ну и с другой стороны, какой смысл? Какой смысл, если никому не разрешается Не, слушать его музыку? почему именно тебе не А, разрешается? именно нам? Да. Ну, Другим-то можно. если этот вопрос предложит какого-нибудь Майкла Джексона Филу, ой, Фобу, то он бы согласился. А хотя зачем, если он Фоб, то зачем ему соглашаться-то? Ну, те, кому пофигу на музыку, тем можно просто сказать да, и тогда будет прекрасно. Ну, но я не согласен. Вдруг мне захочется послушать его музыку. У него много альбомов, много песен. Если это означает, что все остальные еще могут слушать его, то это того стоит. До тех пор, пока он играет, я не услышу Джастина Бибера или Скриллекс. Вы становитесь Бэтменом. Но все в вашей семье умирают. Пошли нахер, мы даже не будем отвечать на это. Разве это не то, что случилось с Брюсом? Так и есть. Да. Ты виртуоз гитары, но вы страдаете от артрита. Что это такое? Что такое артрит? Ну, забей в интернете, если хочешь. Я забыл. Артрит. Я не знаю, что это значит. Вот самый популярный Ну комментарий. давай, я сейчас посмотрю. Давай, забивай. А то мне телефон снимает сейчас на камеру. Собирательное обозначение болезни, поражение суставов, воспалительное А, тело. блин, нельзя. Ненавижу эти комментарии. Это Ненавижу. вот это частота. А, все понятно. Нет, 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 нет. Ненавижу вот эти комментарии. Ненавижу. Вам нужно спать в течение часа, чтобы полностью отдохнуть. Но ваши носки всегда будут влажными. Нам и Нет. мы без этого обходимся запросто. Нет. 55% сказали да, смотри-ка. Кто бы ни написал это, я надеюсь, что ваши подушки теплые с обеих сторон и вы ослик. Чего, блин? Вы можете войти в любую реальность из любой игры, фильма, телешоу, мультфильма, Ух ты. книги. Но вы Ну. застряли в этой реальности навсегда и не можете изменить сюжет или концовки. Интересно Это так. спорно и очень-очень, не знаю. Но я могу попасть... Но какой смысл попадать в реальность, если это никак не изменит сюжет? Вообще никак. А что если я хочу быть... То есть я не могу стать одним из главных героев этого Получается, да. телешоу? Тогда нет. Если это никак не меняет сюжет, то я стану просто обычным NPC. Да пони. My little pony, блин. Ладно. Ты повелитель времени, но вы не можете мешать людям. Ну, в каком смысле мешать как? Ну, мешать, там что-то изменить. Это не значит, что вы не можете взаимодействовать с ними. Так это нормально. Мы позволим доктору спасти человечество. Ну пусть будет да. Ну давайте нажмем да, посмотрим сколько ответили. 52% сказали да. Так, давайте еще минут 5 и заканчивать будем.
Вы переноситесь в свой любимый вымышленный мир и становитесь частью личной жизни главного героя. И вы становитесь большой частью их жизни и, следовательно, меняете путь к жизни. Кого их? Главного героя, что ли, или других там еще героев каких-то? Главный. Да. Тут написано их просто. Ну, меня. Большой частью их жизни, ну, как героев, следовательно. Ну да, да. Да. Перевод не совсем. Да, когда вы, наконец, становитесь счастливыми, все идеально, вы обустраиваетесь в совершенной жизни, вы мгновенно переноситесь обратно в свою первоначальную вселенную. Ну, а блин. Почему бы и нет? Почему бы и нет, действительно, а что в комментариях написано? Не плачьте, потому что все кончено. Улыбайтесь, потому что это происходит. Доктор Сьюз. Не знаю, кто такой доктор Сьюз. Ну, короче, давайте нажмем «Да». Правильно, наверное, сделали. Вы бы создали самую веселую игру, когда-либо разработанную. Но никто не будет играть в нее вместе с вами. Блин, это, конечно, наверное, грустно, но почему бы и нет? Да. Ну, вместе с нами. А если эта игра будет одиночная, без мультиплеера? Хотя, самая лучшая игра вряд ли может быть без мультиплеера. Ну, но если... я бы нажал, да. В принципе... А если я с ней буду еще деньги иметь, то, конечно. О, точно, 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 тут про деньги ничего нет. Так что я просто делаю его одиночной игрой. Вот, об этом я и подумал, кстати, смотри. 67% всего сказали, да? Прохождение на YouTube, смотрите, другие. А, ну да. Будет офигенно. Вы можете иметь тело, которое вы всегда хотели. Все 42 твоих обнаженных просочились повсюду. Чего, блин? Твоих обнаженных чего? Фотографии. А, фотографии, может быть. У меня есть ощущение, что это случилось с человеком, который сделал это. Вопрос. Очень специфическое число. А, тут это не ошибка перевода, это действительно недописано было. Короче, нет. Вы станете богатым, знаменитым и счастливым. Блин, одно и то же, по-моему, предлагают. Но папарацци будут буквально следить за вами все время и всегда будут сфотографировать вас каждую секунду. И публиковать их там, где их может увидеть, ну, если нет. Но если от них прятаться, ну, в смысле, иметь какой-нибудь там... Если я очень богатый и знаменитый, значит, есть деньги, то можно какую-нибудь закрытую территорию с домом купить, куда они не пройдут, и с охраной, так что можно... Ну, и по сути, это и происходит со знаменитостями, особенно в Лос-Анджелесе, так что почему бы и нет. А я попрошу суд запретить папарацци подходить ко мне. Ну, это у тебя не получится, скорее всего. Ну, короче, давайте нет. Напополам. Да, да, вот хотел только сказать. Так что я в основном буду как Ким Кардашьян. Именно так. Ну, короче, так. А, следующее, что у нас там? Ну, давайте еще, наверное, 5 вопросов. Вы по-быстренькому. Вы всемирно известные, но все неправильно произносит ваше имя. Ну, смотря насколько неправильно. Если одну букву неправильно произносит, ну... Тогда почему бы и нет? Тогда можно и к новому имени привыкнуть. А, ну да. Люди ко всем приходят. Да пусть будет, да. Почему бы нет, да. Видишь? Да. Канал на обозе, кстати, меня сначала называл не Максимадзе, а Максимадзе. А я такой говорил, Максимадзе. Ну неужели это так трудно запомнить? У вас есть способность читать мысли людей рядом с вами. Но... только негативные поверхностные мысли. Нет, нафиг нам это. А подожди, почему? Есть способность читать мысли людей рядом с вами. Но только негативные, то есть ты сможешь понять, что негативно думают о тебе. А, в этом смысле? При этом нет никаких ограничений, да. Так, а что в комментариях пишут? Зачем это кому-то нужно? Это просто заставит вас впасть в депрессию. Ну, может быть и так, да, но зато будет. Но по крайней мере я буду знать, кто меня ненавидит. Да. Это было бы полезно, я могу узнать, когда люди говорят обо мне. Ну, короче, давайте тогда согласимся. А, нет. Большая часть все-таки сказали нет. Ну и что? Ладно. Еще 3 вопроса. Вы развиваете отличные кулинарные навыки с небольшой подготовкой.
но вы неизбежно испачкаете любую одежду, которую носите, когда готовите. Ну, а если я буду надевать специально одежду для готовки, и она будет пачкаться, я буду постоянно ее стирать, ну, как бы что в этом плохого? Я просто не буду одевать одежду, которую не хочу пачкать. Ты будешь великим кулинарным. Да, правильно. Что делать, если вы не носите одежду? К великим голым кулинарным поварам. Блин. Шутки шутками, конечно, но тем не менее. 142 лайка. Не знаю, сколько за. Да, точно. Ну, это правильное решение. Еще два вопроса. Вы становитесь оборотнем, но вы терпите боль от того, что ваша плоть отрывается и каждая кость ломается в вашем теле каждый раз, когда вы меняетесь. И дойдет до того, что вся кость у нас сломается. Вы имеете в виду, как оборотни из сверхъестественного? Это с... Кого волнует боль? Я хочу быть уродливым единорогом. Давай нет. А, нет, это какое-то странное предложение. Ой, ты куда нажал-то? Reddit. Ну да, что-то 50 на 50. 50. Странно. Да, получилось 50 на 50. Ты будешь самым богатым человеком в мире. Но каждая дверь, которую вы пройдете, будет захлопнута на ваших пальцах. Нет. Ой, фу. Нет. Один раз у меня такое было и... У меня не один раз. Я на даче какой-то. Заплатите, чтобы все двери были удалены, куда бы вы ни пошли. Ну, давайте еще последний вопрос, и на этом все. Вы абсолютный правитель Земли, но Земля будет разрушена через 5 лет. Ну, если это в старости, то я, наверное, согласен. А я не согласен. Пусть Земля вечно живет. 5 лет. Сделай меня правителем, и я смогу сделать это в 2. Привет, мир, я ваш новый лидер. Все на Земле теперь вынуждены помогать строить космические корабли, чтобы сбежать с Земли. Я не согласен. Ладно, давайте на этом закончим. Получилось довольно-таки неплохо. Может быть, мы как-нибудь еще раз так попробуем. На сегодня все с нас. Лайкос и подписос. А с нас эпичные видосы. Подписывайтесь на канал «Чё хочу, то врачу». Хрен знает, как видео, правда, будут выходить. На стримерский мой канал подписывайтесь, на группу ВКонтакте подписывайтесь, и всем пока. Пока.